Ребятулики, ребятулики, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Сегодня уезжает 3 килограммчика ориентировочно монет нашему подписчику. Это местная банковская упаковочка. Вот так вот они, я их получаю. Бывают разные там формы под разные наименования монет. Значит, здесь полтинники и десюлечки. Вот такой пакетик килограммовый стоит 180 гривен. Вот, но заказать их, к сожалению, много не получается. Стоит очередь. Вот, их очень часто заказывают у меня и с аукциона покупают. И так вот люди, подписчики. Вот, поэтому удовольствие, скажем так, не из дешевых, но есть шанс всегда выудить интересные монетки. Поэтому, как говорится, кто не рискует, тот не получает бонусы. Ну, как-то так, ребятки. Значит, что попадается, вы вот из видео моих смотрите, видите, что попадаются. Это браки, это интересные штампы, какие-то повороты, интересные года, более редкие, чем номинальная цена. Вот отсюда и интерес у таких монет. Значит, будет ссылочка еще на мой инстаграм. Подписывайтесь на инстаграм обязательно, потому что YouTube и инстаграм вровень идут сегодня по рекламе. Значит, что у нас, начинающие блогеры, не забываем заказывать пиар на свои девственные каналы. Есть у нас уроки нумизматики и уроки антиквариата. Подписывайтесь на каналчик, друзья, ставьте лайкосы. Ну все, пошел я на почту.